Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр Паснова. Сегодня у меня микрофон в руках, потому что мы снимаем в большой спешке. Сегодняшний ролик у нас будет посвящен свадебному оформлению. Свадьба – это такое, ну, неотъемлемая часть нашей жизни. Это событие, которое для многих женщин является ключевым. Они его ждут, готовятся. И, конечно, им хочется, чтобы оно было празднично, красиво оформлено. Видите, у меня в руках вот такой, не знаю даже, как зефирно-воздушный букет невесты Ира делала под запрос. Девушка хотела вот из таких вот роз. Посмотрите, получился у нас такая красота. То есть он из кустовых розочек, из одноголовых розочек, розовый, белый, все оттенки. Очень нежная такая зеленушечка у нас петоспором оформляет низ. И вот сейчас у нас замотано это все в пищевую пленку ноги, чтобы пока мы везем на воде, букет у нас не намокла ленточка. Вот здесь на заднем плане у нас стоит оформление в вазах. А невеста хотела из искусственных цветов, но желание клиента – закон. Собственно, мы не приучаем клиентов ни к чему, мы просто идем им навстречу, слушаем их пожелания, делаем то, что они хотят, потому что главное на свадьбе, чтобы невеста была довольна. Сейчас мы выезжаем, время 7:30 утра, оформление свадеб – это всегда раннее мероприятие, и предстоит нам ехать в город Наро-Фоминск, где мы еще ни разу не были. Не знаю, Ира, вы были там? Нет. Ну вот мы первый раз едем в этот город, как спросила моя дочь, где это находится, и вообще, кто женится в Наро-Фоминске, она меня спросила. Я говорю, ну, наверное, те люди, которые в нем живут. Поэтому мы сейчас поедем с Ирой смотреть, кто живет в Наро-Фоминске, оформлять свадьбу, и обязательно я сделаю для вас видеообзор, как это будет происходить. Оставайтесь с нами. Итак, мы находимся в ресторане в городе Наро-Фоминск. Ирина, вот я так специально встала против света, чтобы она у нас как ангел была, светится вокруг все. Потому что руки золотые, я бы сказала прям, что это идет золотой свет от ее рук мастерских. Значит, Ир делает композицию на стол жениха и невесты. В этот раз у нас непривычное для нас оформление. Это оформление из искусственных цветов. Таково было пожелание невесты нашей. Потому что цветов ей хотелось очень много. Бюджет был ограничен. Ну, мы, в принципе, ни на чем никогда не настаиваем. И если невесте чего-то хочется, мы просто осуществляем ее желание. В принципе, я так понимаю, принцип работы, что с живыми, что с искусственными цветами одинаковый. Тот же самый секатор, веточки и составление композиции. Ира буквально вот эту композицию собрала минут, наверное, за 20. Сейчас она какие-то последние штрихи вносит. И вот у нас вот такой вот зал. Украшены уже, были заготовки сделаны композиции заранее. Композиции в высоких вазах. Это вот то, как выглядит стол, ресторан до момента прихода гостей, до момента начала торжества. Такие вот композиции в вазах. Видите, там бутончики роз внизу. И вот таких штук у нас 5. Сейчас я вам покажу. Вот представитель ресторана надраивает скатерти, отглаживает, чтобы они были идеально красивыми, ровными. Очень светлый, красивый праздничный зал. Ресторан называется «Русь». Видите, такое все стильненькое, светленькое, очень торжественное, нарядное. Такой вот привет оператор передает. Вот такая работа кипит до момента прихода молодых и до момента прихода гостей. И вот, собственно, стол жениха и невесты, на который Ирина готовит сейчас композицию. Мы ее потом сюда перенесем. У нас там вот еще лежит ткань. Видите, мы привезли вот в такой коробке эти композиции. Они уже были собраны, они ехали у нас стоя, чтобы они не бултыхались. Мы таких дырочек наделали. И они у нас стояли столбиками. Сейчас мы эту органзу тоже поутюжим. И будем делать красивый стол. Сейчас это просто обычный стол. Но потом я вам покажу, какой он будет нарядный, с фатиновой юбкой. И мы пойдем посмотрим,
Что у нас там делает Ира? Вообще обожаю такие дни, когда Ира работает, а я просто хожу с камерой и разговариваю. И ничего при этом не делаю. Ну, я типа занята ответственным делом, я ее сюда привезла, вкусно покормила, чтобы ей веселее работалось. И, собственно, наблюдаю за процессом. Так понимаю, вот у нас уже тут, видите, остатки сладкие. Была полная коробка цветов. Так что, если, в принципе, не приглядываться, выглядит, ну, как из натуральных. То есть то, что это искусственное, видно уже, когда подходишь ближе. Цветы хорошего качества. Так что, в принципе, красота возможна за любые деньги, из любых материалов. Было бы желание. Ждите дальнейшего включения. Покажу вам, что у нас получилось. Знаете, друзья, есть такие... Ну, какие-то общие правила жизни, там, типа, вначале было слово, бойся желаний своих. Люди отмахиваются от этого, ну, смешно периодически, они не верят, говорят, что все это фигня, визуализация, все такое. Вы знаете, чем сильнее энергетика, тем сильнее все это срабатывает, и тем оно как-то больше работает. Вот объясню, к чему я веду речь. Мы пока с Ирой ехали сюда, ехали мы порядка 3 часов, мы с ней обсудили, ну, многие какие-то вещи. И что-то у нас речь зашла о домашнем хозяйстве. Ира сказала, что больше всего на свете она не любит гладить. Я говорю, да, странно. Говорю, а я вот люблю гладить, меня это так умиротворяет. И потом я такая задумалась, думаю, что-то я давно не гладила. Ну и что вы думаете? Прошло всего 3 часа. Мы приехали в ресторан. Ира достала мне органзу, хитро улыбнулась, бросила все это на стол, пошла заниматься своими пластическими делами. Видите, мысли материализуются просто мгновенно. Поэтому, если вы что-то хотите в своей жизни получить, то следите за своей речью. В видео «Вопрос-ответ» от 10 января я говорила на тему, когда мы отслеживаем свою речь, можно посмотреть, что у нас внутри, наше внутреннее состояние, потому что наиболее часто встречающиеся слова в нашей речи, они, как никто другой, очень хорошо отражают то, что в нашей жизни происходит. Поэтому, если вы вдруг подумали, что вы давно не гладили, значит, вам это скоро предстоит. И, само собой, оформление свадьбы – это не только составление красивых композиций, это еще доставка. Мы с Ирой уже поработали сегодня 2 осликами, затащили все эти коробки, она там творила красоту. Я сидела, скучала, но, видите, мне тоже нашлось занятие. Поэтому цветочники, они не только порхают между цветами, блаженно улыбаясь, но они еще и гладят ткани для того, чтобы украсить президиум жениха и невесты. Делают много черной работы, которая остается за кадром. Я вам сейчас покажу, что будет Ира делать с поглаженными вот этими вот цветочными ручками тканями, ее золотыми флористическими ручками. Так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Итак, что Ира делает у нас с юбкой? Вот она возмущается, конечно, но мне вообще всегда все равно. А если кто-то сильно возмущается, меня это будоражит. Да, вот такая вот у нас получается юбочка классическая. Как называет Ира, фольдить ткань. Получаются такие складки, ну и как бы нарядный становится стол. То есть не просто квадратный стол, а вот с такими... нарядными штучками. Композиция уже на месте, которую я вам показывала, как она делала. Ну и все так уже приобретает торжественный вид. Сейчас осталось совсем чуть-чуть. И ресторан начнет готовить еду. А мы поедем в сторону дома. Невеста уже наша стала женой, я так понимаю, судя по времени, потому что букет мы ей отвезли несколько часов назад. Сейчас попробую вам показать еще так, обзор пока пустого зала. В нем звонко, поскольку пусто, никого нет, кроме нас с Ирой и женщины, которая наводит порядок. Вот. Так что, в принципе, украшайте торжества, радуйтесь жизни, устраивайте себе праздники. И не обязательно
дожидаться такого повода, как свадьба. Праздник можно устраивать себе каждый день.